Всем привет! Раннее, я раннейшее утро. Я после спорта сегодня. А там еще такой, уже светает. Сейчас Владике буду делать тормозочек, отправлять в школу. И последний день у меня перед субботой воскресеньем. Это Владика идет в школу. Ох, у меня тренировка была. Ну капец. Просто такая сложная. Вымотала меня Маринка наша Боржемская. Прям ух! Красная. Теку вся. Но счастливая, довольная, что все сделала. После этого как-то уже она такая на сегодня все. Такая лягаем и расслабляемся. Это самые приятные слова во всей тренировке. Вы же видели уже мою чашку, да? Ничего. Она прекрасная, можно смотреть несколько раз, я так считаю. Вчера не допила свой чай с розмарином. Уже поздно было. И так, в принципе, на ночь не рекомендую. А я что-то психанула. Потом ночью часто приходится кое-куда ходить. Вот красота-то какая. Красота-то какая неземная. Тут я ставлю сюда чашечку, устраиваю себе диванчик. Кстати, видите, краска. Ничем нет. Владик раздавил краску для волос мне на диван. Чем только я уже это не... Ну как, не буду скрывать, прям чтобы очень какие-то специальные средства не покупала. Но так чистила, ничего не помогает. Ладно, я себе вот так вот делаю. Устраиваюсь. И это моя... Мои 15 минут славы называется. Я вот так ложусь сюда, туда ноги, беру кофе. И балдею надо убрать. Кстати, коврик. А там дождь у нас вовсю. Он, наверное, не видно, видно. Сильный. А вчера Ленка, моя подружка, вернее, не вчера, а позавчера, перед вчерашним днем, 11 вечера, я уже такая чуть-чуть это, присылает мне на землю Баден-Вюртемберг, несется какой-то страшный ураган. Все будет снесено нахер подчистую. В общем, давайте эвакуироваться. Причем эту новость транслирует как какая-то русская женщина, ну, русскоязычная, и канал какой-то, ну, для русских явно. Не немецкий канал, явно новостной. Лен, что ты мне прислала? Чтоб я, это хорошо, что я не тревожный человек. Вот я не тревожный человек, это прям счастье. Мне там кто-то спрашивал, вы не боитесь? Я не боюсь чего-то наперед, я боюсь уже в моменте. А тут еще смотрю, ну какой-то непонятный канал, непроверенная информация. Ну вот если ты не уверена, какого хера слать своей подружке? А вдруг бы я была тревожница? Да я бы не спала бы всю ночь, да я бы переживала уже, на чемоданах бы уже эвакуацию бы объявила. Потом там знающие люди в ТикТоке написали, что в таких случаях приходит какой-то СМС от властей там или что-то такое. Ну в общем, я спокойно, даже никуда я ничего не собиралась. И вчера был прекрасный день. Солнечный, никакого урагана, немножко было ветрено, но никак не прям, ни тайфун, ни ничего. Цветы, смотрите, какие красивые. Долго стоят, сегодня я уже поменяю воду, но вот третий день, они прям красивейшие, прям, они даже не склонили свои головочки, они никак не усомнились в своей счастливой жизни. Никакой печали, только радость. Посмотрите, красота какая. Ну, смотрите, радоваться. Так, ладно, я сейчас что-то заболтала. Сейчас кофе остынет. Никакого... Вот так вот я сделаю. Наслаждения мне не будет. Как быстро время пробегает. Это вообще... Я сейчас сидела, у меня есть кое-какой курс. Онлайн сейчас прохожу обучение. Не буду пока вам рассказывать, какой. Но если ставлю будильник для того, чтобы в процессе, я когда погружаюсь в обучение, не забыть за ребенка. И будильник прозвенел, я смотрю уже... 12:30, ну тут, соответственно, 12:40 Владика привозит, мне надо уже вставать. Ну, как одна секунда. Вот как я у вас в блоге вот есть, я вам показывала, что я пила кофе. И вот сейчас опять вещаю, вот так все пролетело. Очень быстро. Как же мало мне времени. Очень мне мало времени. На себя я пока училась, сейчас вам покажу. Такой у меня уголочек здесь. Мне приятно. Потому что когда Владик, это все, я вот ставлю здесь еще, видите. Такие вот эти аромапалочки. Не знаю, любите ли вы такие штуки. Не все это любят. Я не очень люблю, когда вот это резкие какие-то запахи.
Вот этот у меня прям такой аромат, прям вкусный. Прям он такой ненавязчивый. Свежесть. Почти как мой Коко Шанель. Вот, поэтому мне было, мне тут пахло, мне стоял домик мой такой. О том, всегда он мне напоминает о том, что вот тепло и самое главное, о самых главных ценностях в моей жизни. Так, все, пошла я за Владиком. А что я хотела вам рассказать? Зачем мне камеру взяла? Все, сын дома, все в порядке, все прекрасно. Я уже подготовилась к своему, то, что я буду кушать. Владику я приготовила еще раньше драники. Ну, и я очень надеюсь, что, может быть, он будет курочку. Я, смотрите, для аэрофраера замариновала куриные ножки. Здесь просто соль, перец черный, паприка и майонез. Вот три штучки. Где-то час они у меня колбасились. И еще замариновала овощи отдельно. Сейчас покажу ближе. Никогда с пропорциями не угадываю. Мне кажется, что это будет много. Но хотя, в принципе, здесь у меня брокколи, перец, половина перца, паприки болгарского, да, как у нас мы его называли, половина небольшой капусты брокколи и один цукини. Ну, такой у меня маленький был цукини. Я показывала закупку, там можете посмотреть. И сделаю три, если я очень надеюсь, что будет Владик кушать. Мне достаточно будет одной ножки и вот этих всех овощей. Если Вадик не будет, значит, мне останется тогда на завтра. Все, и буду это все в аэрогриле. Попробую сейчас одновременно поставить вместе. Вернее, сначала мясо, оно дольше делается, а потом добавлю овощи. Сначала я положила мясо. Я буду делать это одновременно. Мясо готовится дольше, где-то 25 минут. Я все это дело ставлю. 180 градусов мне нужно. И ставлю на 25 минут. В середине процесса я вытащу, где-то через 15 минут, переверну ножки, туда доложу овощи, и потому что для овощей как раз нужно будет минут 10. И все вместе потом приготовится, все вам потом покажу. Пока все готовится, можно сыну массаж сделать. Да, мой сладкий? Да. Владик любит, когда массаж. И ножки. Не только ручки, еще и ножки, да, пальчики вот так вот. Да, Владя любит. Конечно, все любят, когда ножки массируют. Сегодня рисуем ошибка. Смотрите, не знаю, как овощи, правда, вот ножки какие уже красивые, в принципе. Вот добавила я овощей. И еще 10 минут, буквально 12. Продолжится готовиться. Моя красивая, свежая, пахнущая. Пойду дальше делать массаж ребенку. Ручек, ножек, чего захочет. И просто наслаждаться общением. Потом покушаю. Я не настаиваю, рекомендую. Почему мне очень подходит? Потому что я в основном, чаще всего, это у меня вот мясо, овощи. Я очень, там кто-то говорит, вот купили мультиварку, побаловались и бросили. Я мультиварку, у меня ее никогда не было. Поэтому я не могу, я не люблю говорить о том, чего у меня не было объективно, это будет не объективно. Но я почему не хотела никогда мультиварку, потому что мне всегда говорили, мультиварка это так классно, это каша очень быстро, там супы. Я просто каши варю раз в год, может быть, очень редко, я их не ем. Владик их сейчас перестал есть. Раньше он там гречку кушал, для меня сварить гречку, поставить на там маленькую кастрюльку, которую, причем гречку я варю как, я залила, она закипела. 5 минут она поварилась, я выключаю, накрываю, все, каша готова. То есть никакой мороки, и ради этого покупать мультиварку я, конечно, не хотела. Какие-то там другие приспособления тоже для меня там не являются мотивацией, потому что, а вот это вот, моя любовь, моя любовь. Да, сейчас я договорю, почему вот этот аэрофрай, потому что это маленькая духовочка, по сути. Только она еще и быстрее. Вот нам на двоих, Владиславом, вообще шикарно. Иногда, я сейчас приду, жди, договорю, приду. Вот такую порцию, например, как я сегодня сделала, можно и в духовке сделать. Не трогай ничего, Владислав. Но духовка, во-первых, больше мощности, вернее, больше потребляет той же электроэнергии. И плюс ко всему, она дольше готовит. А здесь... красота. То есть для меня то, что я пользуюсь постоянно,
Я же говорю, то есть чаще всего я запекаю, жарю. Это вот идеальный вариант. Если у вас тоже так, то берите. Если у вас там предпочитаете в семье только там каши, супы, то, конечно, тогда это не подходит. Да, Владислав? Добился? Сейчас, я не договорила, уже иду с тобой. Хорошо. Владислав, кушай что-то, покажи, что ты кушаешь. Брокколи. Понравился брокколи, прекрасно. Это замечательно. На здоровечко. Да. Ну что, получилось все прекрасно. У меня вопросы, правда, к брокколи. Я буду думать, как с ним. Почему-то здесь вот с одной стороны прям сильно. Цукини потрясающий, перчик как надо, хрустит такой пропеченный, замечательно. Курица вообще, ножки, это что-то космос. Хрустящая корочка. Владислав, бери, конечно. Хрустящая корочка. Пропеклись, все прям прекрасно. В общем, полчаса все на всю эту прелесть у меня ушло времени. Все, и чаек с розмарином. Вот такой у меня будет сегодня обед. И Владислава брокколи. Курицу отказался, брокколи сейчас положу, я там специально для него оставила. Владислав поел брокколи, съел, курицу не стал. Вот повезло мне с детьми. В детстве за Ваней все доедала, ему бабушки понакупят с папами. Они все, у них была конкуренция, кто лучше его задобрит. Принесут какие-то фрукты. Не трогай мою эту аэрофарницу. Никогда. Вот это не трогай, никогда. Так вот, история. Конкуренция была, кто из них больше любит Ваню. И покупали уже все, что уже. А Ваня ничего этого не кушал. Всякие. А все же хотят, как бабушки, знаете, рассуждают. Фрукты, овощи, чтобы ребеночку были витаминки, все остальное. В общем, понапрут ему всего. Мама вообще работала, когда она заведующей детским садом была. Она шла с работы всегда, к нам заходила. Я с Ваней тогда уже отдельно, слава богу, жила. Пока еще мы вдвоем жили. Она заходит, что-то ему обязательно припрет, обязательно. Что-то купит по дороге, всего, что только можно. И вторые бабушка с дедушкой на выходные, когда забирали, тоже там всего ему обеспечить, короче говоря. Вот. А Ванечка кушает одни макарончики. Что же, не выбрасывать экзотический фрукт. Мать доедала просто. Закрыла. Рвется. Бешеный только, чтобы не могла с ним справиться. Стулья кидает, все кидает. Я стою, смотрю, чтобы ничего. Там вроде все, ничего нет. Такого, что уже опасного, ну, поломать, ну, кровать осталась только. Ну, если окна только повыбивать, конечно. Скоро, наверное, и это, надо нам эти пуленепробиваемые стекла ставить. Ты осознал уже всю свою ответственность, Владислав? Что ты матери нервы тут портил? Выпускать тебя уже? Да? А ты будешь хорошо себя вести? Нет? Тогда нет. Осознал? Куда пошел? Пописи. Все в порядке. Воспитательный процесс закончился. Надо себя побаловать вкусным десертом. Чтобы не нервничать и быть спокойной в любой ситуации, нужно всегда делать себе приятности. Вот когда вы спрашиваете, почему я такая позитивная? Потому что как только кто-то... Тебе там уже сделано. Дай я красиво покажу. Тихо. Кто-то выводит тебя на нервы. А ты потом раз, и что-то себе сделала приятное. Мелочь. Чашечка кофе, десерт, новое платьечко. Новый кавалер. Старый кавалер. Что-то хорошее и приятное. И сразу нервные клетки восстанавливаются.